Если бы не удаленная работа в совхозе имени Ленина, то мы могли с тобой пройти, а так придется просто смотреть. Вот смотри. Видишь, в связи с тем, что парк закрыт в соответствии с кризисной ситуацией, видишь, ни одной машины на парковке нет, парковка закрыта. Вот. Но работы практически по строительству и отделке закончены. Все, что необходимо было сделать и даже больше для сдачи, все уже сделано. Вот, например, это третий этаж, где дособирают шкафы для раздевалок. Вот здесь должны стоять уже тренажеры. Но поскольку из-за того, что Китай не поставляет в Америку комплектующие для тренажеров, а тренажеры делаются в Америке, заказаны в Америке, поэтому сроки поставки на 3 месяца уже увеличились. И если они должны были прийти вот в конце апреля, в начале мая, то теперь они придут в лучшем случае не раньше августа. Ну там в августе, скорее всего, придут. Вот. Поэтому третий этаж пока не заработает, тренажеров нет. Вот. Что касается второго этажа, вот видишь, все уже положены паркет, стоят вот зеркала везде, все можно тоже начинать расставлять оборудование, но оборудование пока тоже задерживается, потому что вот этот вот транспортный коллапс и все остальное пока сохраняется. Это вот все помещение второго этажа. Это уже законченное помещение. Я перезвоню, Михаил Ильич. Это вот это то, что кардиозал, вот здесь тоже должны стоять тренажеры, тоже пока, видишь, не пришли. Вот. А если брать первый этаж, то фактически все готово. Ну, естественно, тут нет камеры в раздевалках, потому что это запрещено. Ну и зачем? Но там уже стоят шкафы для раздевания, висят фены. Ну, в общем, все сделано. Видишь, уже готовы к приему посетителей все чаши бассейна. Это бассейн большой плавательный. Вот это бассейн, который для обучения детей плаванию. Вот. Это бассейн, сейчас он заработает. Это бассейн для маленьких, видишь, вот вода струится, бежит. То есть насосы уже подключены. Здесь проведена полностью подготовка. Все 17 скажем так, аттракционов запущены, проверены. Все работает. Даже, видишь, на корабле натянули парус. Уже вот здесь это остатки вот этих вот шкафов, которые сейчас смонтировали уже в раздевалках. Вот, то есть первый этаж можно запускать в полном объеме. Единственное, что тут еще должны вот здесь вот, это холл, вот здесь должны установлены быть турникеты для прохода. Вот, и еще не готова рецепция, то есть там, где будут оформлять все. Вот. Ну вот, кстати, видишь, вот парк закрыт, парковку все освободили, то есть внешние работы тоже практически все закончены. Но из-за этого коронавируса, поскольку все фитнесы запрещены к работе, мы сейчас занимаемся чем? Мы сейчас все закончили общестроительные и отделочные работы, оформили документы, получили экспертизу, и в ближайшее время должны прийти с так называемый главстройнадзор, который должен дать заключение, так называемое ЗОС, заключение о соответствии проекту. И после этого мы будем обращаться теперь, к сожалению, в правительство Московской области за тем, чтобы нам разрешили ввести в эксплуатацию. Но после того, как мы введем в эксплуатацию, мы будем ждать разрешения на работу фитнесов. Потому что сейчас, в соответствии с распоряжением губернатора, все фитнесы, все, скажем так, бассейны закрыты. Там нельзя никаких, скажем так, занятий проводить. Ну, надеюсь, что это закончится. И как только это закончится, бассейн примет первых посетителей.